Новости. Воспитание здорового и уверенного в себе ребенка – непростая и ответственная работа, в процессе которой у родителей появляется множество спорных вопросов. Ответы на них зачастую может дать только квалифицированный специалист. С этой целью ровно год назад в Ставрополе был создан проект «Открытые лекции». Это пространство объединило в себе специалистов, родителей, которые неравнодушны к вопросам детского развития, психического здоровья. И интересно тем, что не только можно лекции услышать, да, а поделиться мнениями там, со специалистов смежных профессий услышать. Главный плюс открытых лекций в открытом обсуждении. Родители, педагоги и другие участники могут не только прослушать информацию, но также задать любые интересующие вопросы и получить ценные советы специалиста. В течение года у нас присутствовали разные специалисты, которые рассказывали о своей работе, опыте, делились опытом работы с детьми. Мы смогли сотрудничать как с врачами, так и психологами, педагогами, социальными работниками и логопедами. Открытые лекции проходят в Ставрополе по выходным раз в месяц. Ведущие специалисты края поднимают всегда новые темы для обсуждения. Так, очередное занятие посвятили сексуальному развитию детей. Здесь обсуждали проблемы, о которых в обществе принято молчать. Ну, это очень сложная тема, детская сексуальность, потому что общество не приветствует, естественно, вопросы, обсуждение вопросов и вообще какие-то исследования в плане сексуальности, поэтому практически все вопросы сексуальности детей обсуждались и, естественно, как разговаривать с детьми, как понимать сексуальность, есть ли вообще сексуальность у детей до пубертатного возраста. Помощь людям в работе над собой – это главная миссия Центра развития личности «Культурный знак». Кроме открытых лекций, Центр также проводит занятия по логарифмике и этикету, а также детско-родительские терапии. Мы работаем с детками, с родителями буквально вот с рождения. Помогает увидеть какие-то сложности в развитии детей в самом начале, буквально вот, когда ребеночек только начинает формироваться. Вот, и помогает избежать каких-то уже более серьезных сложностей, проблем. К нам обращаются родители, когда у деток возникают проблемы со сном, с питанием. Ну, это такие задачки, которые являются приоритетными в таком малышковском возрасте, да, можно так сказать. Как правило, придя на занятия один раз, ставропольцы остаются здесь надолго. Вообще расширяют кругозор и очень полезно дают часто практические рекомендации, как общаться с детьми или что делать в определенной ситуации. Все сжато, коротко и очень-очень практично. И все то, что действительно нужно и полезно для родителей. Я работаю психологом, работала в детском доме и очень много сталкивалась с проблемами в своей практике. И вопросы, с которыми я сталкивалась, я как раз пришла задать на эту лекцию. Мне понравилось, на самом деле, да, то есть я задавала те вопросы, которые меня интересовали, на которые я получила такие исчерпывающие ответы именно от специалиста. Все лекции очень познавательные. Я мама двоих детей, двоих мальчиков, и для меня актуальна эта тема развития, психосексуального развития. Поэтому посещаю, просвещаюсь сама и несу это в свою семью. Присоединиться к открытым лекциям и другим проектам может каждый желающий. Всю информацию о ближайших мероприятиях можно найти в соцсетях и на сайте, представленном на экране. Тамара Гадомская, Игорь Маслиев, АТВ «Ставрополь».